Целогрузовик с теплыми весенними вещами прибыл с пункта пропуска уссурийской таможни. Вещи для нуждающихся пришли немного не по сезону. Процесс оформления и передачи занял почти полгода. Конфискованный январский товар только нашел своих обладателей. И эта партия одна из самых крупных. Если в прошлом году у нас было передано порядка 1000 предметов на общую сумму свыше 200 тысяч рублей, то на сегодняшний день стоимость сегодняшней передачи составляет более 1 000 000 рублей. Теплые плащи, колготки, домашние тапочки – основной состав сумок. Многокилограммовые тюки сначала разберут в уссурийском центре социального обслуживания населения. Этих вещей хватит для 3000 малоимущих, а всего на учете в крае числится в 3 раза больше. Для граждан, которые находятся у нас на обслуживании семей малообеспеченных, любая помощь является главной, потому что, как я уже говорила, доход их не превышает прожиточного минимума, и семьи, которые у нас состоят на учете, как правило, многодетные, поэтому для них это важно. Вещи распределят между несколькими городами края. Уссурийский центр социального обслуживания населения сможет одеть лишь 300 малоимущих. Наталья Зайцева, Александр Синельников, Телемикс.